Жители Чувашии вняли рекомендациям органов власти, специалистов Роспотребнадзора не посещать кладбище в родительскую субботу и на Троицу. Память ушедших в иной мир родственников и близких на этот раз почтили дома. Православный праздник в условиях карантина прошла спокойно и без явных нарушений. Было закрыто почти 900 кладбищ, и у каждого из них дежурили патрули. Если мы прогнозировали случаи безответственного отношения наших граждан ко всей происходящей ситуации, то мы ожидали даже всплеск после прошедших выходных, после праздничных. Но этого не случилось, и слава богу, то есть мы удержали ситуацию на ближних цифрах. Да, они высокие на сегодняшний день, по-прежнему у нас не укладывается. Один из показателей – это процент свободного публичного фонда, который на сегодняшний день составляет всего лишь 19%. В связи с этим северную клинику в Чебоксарах перепрофилируют в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Там будет развернуто 150 дополнительных коек. Рифат Ваткулин, Юрий Марков, Республика.